новости продолжают эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Как идет реализация задач, поставленных президентом в послании народу Казахстана, новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции? Об этом главе государства доложил министр информации и коммуникации Даурен Абаев. На встрече Нурсултан Назарбаев поручил продолжить внедрять в стране инновации, новые технологии, при этом использовать креативный потенциал участников проекта «100 новых лиц Казахстана». Президент также остановился на вопросе перехода казахского языка на латинскую графику и подчеркнул важность принятия мер по повышению статуса государственного языка. Глава государства поручил тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку. Кроме того, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на вопросах обеспечения кибербезопасности и повышения конкурентоспособности отечественных средств массовой информации. В ходе встречи Даурен Абаев доложил президенту о планах по реализации программы «Цифровой Казахстан» и представил информацию о мерах по разъяснению ее приоритетных направлений. Асахурметты Нурсултан Абишалы. Уважаемый Нурсултан Абишевич, в своем послании и на заседании правительства вы дали поручение Министерству информации и коммуникаций. Мы их сейчас выполняем. Также мы продолжаем работу по осуществлению государственной программы «Цифровой Казахстан». В целом, в рамках программы предусмотрено 120 совместных мероприятий, 20 из которых будут выполнены в этом году. На заседании вы поручили нам рассказать казахстанцам о пользе цифровизации. Хочу привести пример. Есть такой Абзал Мырзаш, ему 12 лет, он студент Казахстанско-Британского университета. Он придумал компьютерную программу, которая переводит тексты на казахском языке с кириллицы на латиницу. За одну секунду программа может перевести 13 книг с кириллицы на латиницу. Это сэкономит большое количество денег государства. Многие ученые переживают, что их книги останутся не у дел. А благодаря этой программе эта проблема найдет свое решение. Мы отобрали 100 лиц Казахстана. Среди них есть те, у кого очень хорошие идеи. Нужно отобрать лучшие, собрать все вместе, дать им лаборатории и все необходимое. До конца этого года мы создадим Астана-хаб на территории Экспо. Соберем там всю молодежь, создадим им условия, они будут обмениваться опытом. Необходимо принять меры по повышению статуса государственного языка. Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода. Нужно найти легкие способы изучения казахского языка. В средствах массовой информации нужно побольше говорить о роли казахского языка, менять названия магазинов, улиц. Тогда поднимется статус языка. Кроме того, нужно работать над обеспечением кибербезопасности. По всему государству нужно проводить работу по искоренению негативной информации, то, что может навредить молодежи. Нужно также заняться повышением конкурентоспособности отечественных средств массовой информации, сравнивать с мировыми СМИ. Необходимо улучшить качество сериальной продукции отечественных телеканалов. Если мы будем показывать молодежи больше истории, тогда у них будет патриотическое сознание. Даю задание правительству обратить внимание на эти проблемы. Парламентарии Казахстана и России обсудили развитие двустороннего сотрудничества. В Москве состоялось совместное заседание членов Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, Сената парламента Казахстана и профильных комитетов Совета Федерации России. Двигаться как можно быстрее. Казахстанская делегация во главе с председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Даригой Назарбаевой приняла участие в совместном заседании Комитета в Совете Федерации России. Заместитель председателя Совета Федерации Илья Сумаханов отметил особый статус этого визита, обусловленный союзническими отношениями двух стран. Ваш визит – это в том числе и проявление последовательного стратегического партнерства и исторически обусловленных братских и дружественных отношений, которые связывают наши народы. Совершенно очевидно, что ключевую роль в укреплении этих отношений играют лидеры наших государств Владимир Владимирович Путин и Нурсултан Абишевич Назарбаев, которых объединяет, по-моему, такое беспрецедентно теплые и доверительные отношения. Развитию политического сотрудничества способствует интенсивная работа парламентариев.
За последние 10 лет парламент Казахстана ратифицировал 50 договоров между двумя странами. Это активизировало экономическую интеграцию. К примеру, в конце прошлого года был подписан протокол, упрощающий процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу. А с 1 января вступил в силу договор о таможенном кодексе ЕАЭС. Новый кодекс позволит сократить сроки таможенного декларирования в 6 раз. За 26 лет со дня установления дипломатических отношений казахстанско-российское сотрудничество вышло на качественно новый уровень не только в экономике, но и в сфере безопасности, подчеркнула Дарига Назарбаева. Можно на сегодня уверенно говорить о том, что отношения между нашими странами приобрели устойчивый характер, устойчивого стратегического партнерства. Казахстан и Россия являются активными участниками и надежными союзниками в решении масштабных задач по укреплению международного мира, обеспечению безопасности и стабильности на евразийском пространстве. В ходе рабочего визита казахстанские сенаторы также посетили Звездный городок. Они ознакомились с работой научно-исследовательского центра по подготовке космонавтов. Дана Нуржан, Александр Любитель, Россия, Хабар 24. Вопрос с поставкой амбулаторного лекарственного обеспечения в поликлинике Казахстана решается. Об этом сообщила председатель комитета фармации Министерства здравоохранения Людмила Дурабекова. Напомню, с начала года пациенты, которые находятся на диспансерном учете и получают лекарственные препараты бесплатно, столкнулись с отсутствием необходимых препаратов в поликлиниках и аптеках. В вопросе разбиралась Сабина Тургаева. В аптеках Западно-Казахстанской области нет бесплатных лекарств для онкобольных. Их выдают в ограниченном количестве в онкологической больнице и поликлиниках. В частности, отсутствует гормональный препарат Аксастрол. Без лекарств остались и больные ревматоидным артритом. А прерывание курса лечения грозит инвалидностью. Люди даже готовы купить дорогостоящие препараты за свой счет. Только один укол метотрексата стоит 8 тысяч тенге. Но и в свободной продаже их нет. Лекарств для онкобольных тоже нет. В аптеках там как-то... В больнице, в онкологической, начали выкручиваться, давать там очень ограниченное количество. Не знаю, что дальше будет. Как, может быть, говорить так вот людям, что да, все есть, все появится с управления здравоохранения? Так сказали? Вот сегодня с утра звонил в аптеку 10-ю. Нет. В областном управлении здравоохранения разводят руками. За поставку они не отвечают. Этим занимается единый дистрибьютор по всей стране – компания СК «Фармация». Заявку на 401 наименование бесплатных препаратов управление подавало еще в прошлом году. Лекарства хоть и с задержкой, но поступают каждый день, утверждает в облздраве. Пока в регион доставили только 59% из всего заказанного объема. Да, у нас нет препарата метотрексат при ревматоидных заболеваниях. И препарат у нас Аксастрол при онкологических заболеваниях. Препараты как поступают, сразу информация с аптеки передается в наши медицинские организации. И зная, что препараты уже есть, они будут выписываться. Ожидаем. О том, что лекарств не хватало и в других регионах, казахстанцы писали в социальных сетях. Люди не могли получить таблетки для детей, страдающих от эпилепсии и ДЦП. Говорили об отсутствии медикаментов и для тех, кто болеет сахарным диабетом. Крик души. В стране катастрофически не хватает жизненно необходимых лекарств. У детей с сахарным диабетом нет инсулинов, расходников на инсулиновые помпы. И это при том, что везде пишут, что медикаменты поступают в поликлиники и стационары. По словам члена правления СК «Фармация», они в курсе возникших проблем. Инсулин закуплен, помпы и расходники поставляются в регионы. Расходники все поставлены. Единственная сейчас проблема по вновь выявленным больным. Сейчас от управления здравоохранения мы ждем дополнительный объем после того, как они согласуют свои бюджеты с Министерством здравоохранения. Для этого управление здравоохранения должны посчитать своих новых детей, должны посчитать те расходные материалы, которые нужны, может быть, еще для тех помп, которые вышли из строя. Проблемы с доставкой в этом году специалисты связывают с изменениями в законодательстве. Так как закон о полной централизации амбулаторного лекарственного обеспечения через СК «Фармация» был принят в июне 2017-го, закуп лекарственных препаратов произошел позже. Всего по списку единого дистрибьютора закуплено 1037 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения на общую сумму более 150 миллиардов тенге. То есть данный закуп, который произведен, он составляет уже 88% от общей потребности медицинских организаций.
в том числе и 85% для амбулаторного лекарственного обеспечения. Для того, чтобы в следующем году не возникло повторения ситуации, закупки планируют провести в июле, а отгрузку в регионах обеспечить уже в конце этого года. Сабина Торгаева, Жандос Битабаров, Хабар 24, Астана. 97 населенных пунктов Кустанайской области подвержены подтоплению. Предстоящий паводок. Большая вода в них может прийти с полей, реки, озер. Сейчас на водоемах выявляют наиболее опасные участки. На них проведут взрывные работы. А в селах, которые находятся в зоне риска, запасаются инертным материалом и разъясняют людям, что делать в случае ЧС. В общей сложности на противопаводковые мероприятия из бюджета области направлено почти 500 000 000 тенге. Памятки с порядком действий в случае наводнения представители чрезвычайных служб раздают жителям, которые находятся в зоне возможного подтопления. По предварительным подсчетам опасности подвержены 2500 домов. Для эвакуации готовы 135 пунктов. Обширите гостиницы, школы. Там подготовлены постельные принадлежности около 6000. Кровати около 3000, около 20000 тонн инертного материала. Грунт, песок и 43000 это мешкотары. На водоемах планируют провести в два раза больше взрывных работ. Это поможет избежать заторов льда и обеспечит безопасный проход воды. Принять ее готовы 6 водохранилищ, которые расположены каскадом на реке Табол. Все наши гидроузлы, значит, полностью готовы к пропуску, к приему паводковых вод. На сегодняшний день у нас свободная емкость 449 миллионов кубов воды. Это, значит, говорит о том, что мы обеспечены на прием паводковой воды, которая составляет среднемноголетний объем 413 миллионов кубов. Пополнение водохранилищ ожидается минимальным. Сказывается малоснежная зима. По подсчетам синоптиков, в этом году осадков выпало в два раза ниже нормы. У нас снега недостаточно. По северу у нас наиболее низкий снежный покров. Это 7, 8, 9 сантиметров. А по югу там немного больше снега. От 15 до 20 сантиметров. В прошлом году вот эти цифры были в два раза больше практически у нас. Всего же ожидают две волны паводка. Первая начнется в конце марта в южных районах. Вторая придется на апрель и затронет северную часть региона. Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар 24. Мониторинг показал, что в школах, где действует программа обновленного содержания образования, успеваемость детей повысилась в два раза. Однако для педагогов она оказалась сложной в работе. Это признали и специалисты Министерства образования и науки. Актуальные вопросы среднего образования обсуждались сегодня в Мажилисе. Говорили и о том, как помочь преподавателям перейти к обучению по новой программе. Гульнара Хасан продолжит. Календарные планы, нагрузка по часам, ЕНТ и успеваемость. Иначе как педагогическим совещанием встречу в Мажилисе не назовешь. Обсуждать пришлось множество вопросов. Один из первых – переход на обновленное содержание образования. По мнению депутата Натальи Жумадильдаевой, почти половина казахстанских школ к переходу пока не готова. Отсутствует необходимая материально-техническая база. Около 45% школ республики на сегодняшний день не оснащены предметными кабинетами, лабораторным оборудованием, интернетом и так далее. И получается, что учителя этих 45%, они остались практически со старыми методами, бумажной наглядностью, мелом и словом учителя. Между тем, в самом МОНе промежуточные итоги перехода на обновленное содержание образования считают положительными. По новой системе уже занимаются 42% учеников. Была проведена апробация в 30 пилотных школах, прежде чем перейти. 16 было контрольных школ. Мы провели мониторинг. И мы увидели, что программы именно по обновленному содержанию по успеваемости влияют практически в два раза, повышают успеваемость. В то же время вице-министр признал, для учителей переход на новую систему оказался непростым. Это не традиционная передача информации, а внедрение новых методик, ориентированных на практическое применение знаний. К тому же нагрузка на педагогов, как показала практика, завышена. Очень большая нагрузка физическая, школьная, это 39 часов максимальная. При 39 часах максимальной нагрузки мои часы, которые я посчитала, я трачу помимо своих уроков. Я посчитала 83 часа в неделю. Минус 39 часов
которые я трачу непосредственно только на уроки. И выходит вот этот остаток 83 минус 39, да, ну, 42 часа, предположим, да, 40 часов. 40 часов я перерабатываю. При такой переработке, считают педагоги, уместно рассмотреть вопрос досрочного выхода на пенсию учителей по выслуге лет. А еще предложили отменить аттестацию для учителей высшей категории. В МОНе пообещали все вопросы обязательно рассмотреть и помочь преподавателям во внедрении обновленного содержания образования. Так что педагогам разрабатывать программы самостоятельно не придется. В ведомстве уже подготовили специальные системно-методические комплексы. Гульнара Хасан, Ирзат Заидхан, Хабар 24, Астана. В Актобе 3 выпускника детского дома получили ключи от квартир. Еще 19 детям-сиротам вручили денежные сертификаты для первого взноса на жилье по линии жилстройсбережений. Собрать деньги на собственную квартиру сегодня ребятам, а их в регионе 258 человек, помогают местные предприниматели и трудовые коллективы. На поддержку сирот и детей с ограниченными возможностями направлен масштабный проект «Счастливое детство». Он стартовал в Актобе в рамках объявленного года ребенка. Инициаторы проекта намерены оснастить детские сады и школы интерактивным оборудованием, построить объекты образования и здравоохранения, а также круглогодичные учебно-оздоровительные лагеря. В планах возвести 160 детских и 100 спортивных площадок. Кроме того, до конца года еще 77 сирот обеспечат жильем за счет спонсоров и государства. Я очень рада, что получила квартиру сегодня, потому что мы ее ждали около 10 лет. Вот. И, конечно, благодарна нашему государству, что оно нам так помогло. Ну и думаю, что теперь мы поедем, будем заселяться. В юбилейный год работники телевидения подводят своеобразные итоги своей работы. Ровно 60 лет назад впервые началось телевещание. Многие из ветеранов актюбинского телевидения по сей день верны любимой профессии. Специально для наших телезрителей они согласились вспомнить, как все начиналось десятки лет назад. Она 30 лет работает в кадре. Диктор Гульбаршин Акатова. Пример для подражания молодежи. В далеком 1989-м прошла обучение на центральном телевидении в Москве. С тех пор ни разу не пожалела о выборе профессии. Вспоминает, о телесуфлере, главном помощнике любого ведущего, тогда даже не мечтали. Длинные тексты заучивали и часами трактовались в студии. То было совсем другое телевидение, не то, что сейчас. И к диктору относились иначе. У меня был случай, однажды пришел Аксакал. Говорит, вы в новостях рассказывали о повышении пенсии. Я показала ему текст. Он ушел счастливым и на прощание сказал, что всегда смотрит новости и верит каждому моему слову. И таких людей приходило ко мне очень много. Сегодня диктор охотно делится опытом, учит не только правильно держать себя в кадре и расставлять интонации, но и культуре поведения. Гульбаршин Акатова уверена, на диктора всегда будут равняться его зрители. Потому она красива, безупречно одета, умна, и никто даже не догадывается, что она давно уже на заслуженном отдыхе. Ее опыт, огромный багаж до сих пор помогает молодым журналистам, молодым дикторам, молодым ведущим программ. Правильно преподносить информацию до зрителей. Мы всегда обращаемся к ней за советом, за помощью. Максим, давай вот этот план возьми. То, как диктор будет выглядеть в кадре, напрямую зависит от профессионализма оператора. Александр Семиков с боевой подругой, как он называет телекамеру, вместе уже 40 лет. Начинал работать телемехаником, потом ушел в операторы. У меня первая камера была на пружине. Накрутил пружину, как патефон, вот 5 метров, а снял пленки, опять накручиваю. Камеры, наоборот, маленькие были, а вот видео первые тяжелые были, где-то 11-10 килограмм. Он уже на пенсии, но не оставляет любимое занятие. На современной технике работать одно удовольствие, говорит главный оператор городского телеканала. Век новых технологий максимально упростил человеку жизнь. А ведь раньше над одной передачей трудились десятки работников телевидения. Раньше барабан большой был, обтянутый черной бумагой, и на нем художник писал, ну, инициалы над передачей работает там оператор, автор передачи, там режиссер. И это барабан, ассистент режиссера вращал, и так вот титры бежали.
Зрителям нового поколения традиционное эфирное телевидение уже кажется скудным, поскольку оно предоставляет ограниченное число каналов и передач. Возможности кабельного и спутникового вещания на фоне традиционного кажутся почти безграничными. С опаской думаешь, что ждет казахстанцев дальше, ведь мы стоим на пороге четвертой промышленной революции, признаются герои нашего сюжета. Елена Устимович, Булат Мулдагалиев, Актобе, Хабар 24. На этом у нас все. Спасибо, что выбираете Хабар 24. Всего доброго.